Привет, друзья! Это Выживатор, и сегодня мы будем выживать в игре Generation Zero. Это игра про альтернативную реальность Швеции 80-х годов. Швецию, а возможно и весь мир захватили роботы, люди исчезли. Нам предстоит выжить и попробовать понять, что же случилось. За игру спасибо порталу по умным играм The Way of War и разработчикам. Ссылки в описании. Ставьте лайк, если понравилось видео, и пишите о своих впечатлениях о ней. Что ж, заряжайте пушки, мы начинаем. Прошлое видео закончилось на вылете. В какой-то момент боя игра просто вылетела, а когда я загрузился, я оказался уже в церкви. Вот такой вот замечательный способ перемещения в Швеции был в 80-х годах. Судя по этой игре, по крайней мере. Я оказался в церкви. Я, правда, уже был в ней. Если хотите посмотреть, как в нее попасть, то просто посмотрите другое видео. Ну, или посмотрите это видео, как я буду выходить из него. Из этой церкви. Вернее. Честно сказать, текущее состояние этой игры техническое меня просто удручает. Мне пришлось даже немного ухудшить графику, потому что у меня даже на RTX 2070 лаги. Просто надрывается. Он загружен на 80%. И тут даже нет винтовки, да? Конечно же, зачем мне нужна винтовка? Зачем мне нужно ружье? Игра даже не знает, что я начал играть за другого персонажа. Вот такие вот разработчики. Вот такие вот горе разрабы у нас тут. Нет у меня теперь ружья. Нету. Ладно. Зачем нам ружье? Мы обошлись без бинтов, мы обойдемся и без ружья, так ведь? Зачем выживатору ружье? Выживатор, он на то и выживатор. То он должен выживать. Даже без ружья. Даже в апокалипсис. Плевать, выживатор, ты выживешь. Где твоя не пропадала? Мне пришлось немного снизить графоний, потому что игрушка вылетала. Может быть, она теперь хотя бы не будет вылетать. Ну, я так немножко тени поубавил. Сглаживание чуть-чуть изменил. Не самое блатное сейчас сглаживание. Так, вот там два жутких робота. Мне бы хорошо вот сюда отправиться, потому что, возможно, там есть ружье. Может быть, хотя бы там есть ружье. Я не знаю точно. Попробую найти. Видишь, у меня очень такой необычное прохождение такое получается. Ни черта нету. Там, где были винтовки, уже ничего нету. Игра думает, что я в нее уже играл, потому что у меня были персонажи в этих ячейках, видимо. Знаешь, это бесит, реально это бесит. Это просто дебильно, это просто тупо. Я не могу никак это еще больше комментировать. Я человек очень спокойный, меня тяжело вывести из себя. Но я даже где-то пытаюсь себя сдерживать, да. Но какого черта, почему я должен это делать? Почему я должен защищать эту чертову игру? Она слишком
не уважает игроков, чтобы ее стоило бы защищать. Да, она красивая. Красивая растительность. Сама местность здесь довольно-таки правдоподобная. Масштабы большие. Тут вопросов нет. Роботы хорошие, да. Но, блин, разработчикам на нас плевать. Они сделали большую локацию, как будто мы тут на оленей охотимся, много леса. Они вот умеют делать игры про оленей. Вот они и сделали еще одну игру про оленей, только вместо оленей здесь роботы. Там вон роботы, кстати, еще одни. Кстати, о роботах. Ого, смотри, да не одни, там вон три робота, прикинь. Я иду за припасами, чтобы найти ружье, и натыкаюсь на чертовых троих роботов. Ошибись вообще. Так, что у меня есть? Есть вот такая штука. Четверка, да? Я могу попробовать их как-то отвлечь. Давай, диско, спасай меня. Ну смотри, вот нормально работает. Только бы они меня не запалили, пока я тут рыскаю. Все, поздно. Блин, да что ж так быстро-то они потеряли интерес, а? Черт, 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 черт. Все. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Открой дверь, черт, открой дверь. Черт, открой чертову дверь. Вот, 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 бежим, 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 бежим. Они, по-моему, не умеют заходить в двери. Они созданы для убийства, но... Это машины убийства, но они не умеют открывать двери. И, видимо, кто-то их не продумал, как, когда делал их. Ведь, по сути, ну какая это машина убийства, если просто закрываешь дверь и все, и враг не может пройти. Можно даже бункеры не строить. Просто не открывать двери, все, врагам. Ну, правда... Конечно, будет сложно, наверное. Ой. За продуктами ходить. А так можно даже не заметить, что война идет с такими чертовыми роботами. О! Это я зачем сюда пришел-то? Ё-моё. И же ни хрена нет. Какие-то бесконечные прицелы, блин. Берем. Я не знаю, зачем. Ну, наверное, взрывать их сейчас будем. Оба-на! О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Так. Нет, не так. Ой, 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 ой. Иди сюда, давай. Ой. О! О, мне тоже досталось, правда. Так, ну ладно, он зато мертв. А я жив. Хорошо.
Знатно так их разбросало. О, смотри! Что он там делает, я не понимаю его вообще. А как он туда попал? Блин, ну, это было прикольно. О, смотри, ружье. Ружье, наконец-то, блин. При том, что у меня огромное количество патронов, а, по-моему, ружья у меня нет. Они, кстати, немножко на людей похожи. Ну, вот, вот так вот он сейчас стоит, как будто бы... Как будто бы они еще и прямоходящими могли бы быть, например. Так, давай попробуем, может быть, понять, какие патроны тут нужны. 243. Вот здесь не написано, какой калибр. А, вот калибр указан. Так, хорошо, можно ли как-то... Здесь какая? Дробовика, винтовок, 4 на 8. Ну, давай попробуем пока вот эту, например. Окей. Сверху я вижу их, нет этих тварей. Сверху я их не вижу. Тут все, кстати, разбито. Я здесь не пролезу, да, в окно. Жаль. Я слышу, где-то ходит, но где непонятно. Хотя, возможно, я их уничтожил всех. Не знаю, может быть, я взрывом их так всех фиганул. Получилось неплохо, в принципе. Где бы мне только еще... Найти патроны к этому оружию. Да, смотри, второй тоже мертв. Отлично, все мертвые. Прекрасно, это часть планеты моя теперь. Великолепно. Я отвоевал кусочек земли, кусочек места под солнцем. Но где же мне теперь патроны взять? Для этого ружья, ради которого я сюда шел. О-о-о-о! Тут у нас вообще пожар. Вот хорошо они, хорошо. Вот прям у них в каждом ящике бинты. У меня дома бинты только... Только, ну, там, где все лекарства. А у них, вот, в любом ящике обязательно бинт лежит. Ну, правильно, может, ты там что-то делаешь, да? И порезался, и... а тут бинта нет. Пошел ты в гараж, порезался. Где бинт? Нет бинта. Что делать? Все, труп. Заражение. Столбняк. Так... Что еще тут можно тиснуть сейчас? Сковородку можно тиснуть. И на задницу прикрепить, чтобы, если что, да? Знаете же. Говорят, рабочая тема. 5.03. Так, все. Ничего здесь нет. Уходим. Только попробую сначала прикрепить вот этот глушитель. И вот непонятно. А, вот. Вот, кстати, можно посмотреть, что прикручено. Ладно, хорошо. Снизится урон, но и зато будет тихо. Но мне это и нужно как раз. Так, все.
О, здесь транспорт есть, что ли? Подожди. Что за трактор тут нарисован? Я никаких тракторов не вижу. Что это вообще? Давай я посмотрю. Нет, это просто такое обозначение. Ладно. Все, идем тогда отсюда. По идее, они, конечно, могли, наверное, уже всех прикончить, но я попробую. Может быть, в том доме что-то найду. Может быть, там есть какое-то оружие или патроны хотя бы. Оружие вообще все ржавое. Видимо, что-то, наверное, очень старое. Задрипну. Опа. Непонятно, есть ли тут эти уроды. Ага, вон ходят двое, да? Они тут полицейских пришили. Кажется, меня заметили. Тут, с одной стороны, могут быть, конечно, патроны, но, блин, чертовски рискованно. А вон там дом, кстати, какой-то, но это даже не дом, а какая-то, я не знаю, будочка, что ли. А может, даже и бункер, я не знаю. Так, прицел вообще никакущий. Давай я попробую поменять. Ну, разница невелика, к сожалению. Ходят они попарно, вот что плохо. А сколько у меня вообще аптечек? Так, ну пока есть. Попробую я, наверное, как-то сверху пройти вот здесь. Так, чтобы они начали, чтобы у них были проблемы с поиском меня. Ну и заодно посмотрю на это место немножко с другого ракурса. Оружие нормального я тут не вижу, но... Опа, все. А, где мое ружье? Быстро, ружье, быстро, 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 быстро. Все. Ой, такое. Че это? Чем он пукает так? Блин, я вообще не вижу никакого чертового эффекта. Ладно, плевать. Валим. Я сказал, валим. Пока у меня нет нормального оружия, смысла нет. Блин, вот они глазастые, а. Я над ними фигею. И глазастые, и дурные, конечно. Стоят там снизу и фигачат по мне.
Несмотря на то, что уже давным-давно меня не видит. Опа-на! А это еще что за вигвамы? И тут роботы, да? И они идут за мной. Да блин. Этот вигвам вообще не обозначен никак на карте. Но тут дофигища роботов просто. Игрушка довольно хардкорная, но она явно сделана на кооп, конечно. Не в одиночке здесь выживать надо. Слишком уж много роботов. Но для одиночного прохождения это прям хардкор, это, в общем-то, классно. Чтоб ты не чувствовал себя нагибатором. Роботов не видно, и это хорошо. Чё такое? Как попасть-то сюда, блин? Ну, зашибись вообще. Пойду лесом. Там вон какие-то постройки тоже есть, вон смотри. Там что-то может быть, наверное. Ну, блин. Да вы издеваетесь. Всю территорию контролируют эти уроды. Непонятно, насколько интересно мне это место, конечно. Это то? Да, это оно. И роботов здесь тоже двое. Без ружья, без нормального дробовика тут, конечно, тяжко, блин, вообще. И неизвестно ради чего. Ради чего риск весь. Нет, не пойду я сюда. Два робота, у меня всего лишь один пистолет. Не потяну просто. Там-то вон хотя бы палатки были еще. Теоретически есть какой-то смысл в этом. Может быть, в палатках было что-то, а здесь что? Ерунда какая-то.
Надо попробовать их как-то отвлечь, что ли, я не знаю. А то патронов-то у меня дофига, а толку-то нет. Я не знаю, сколько их там, но надеюсь, что они подкрепление не вызовут. Потому что если они будут постоянно звать подмогу, то я тут их не вытяну. Надеюсь, что это военный лагерь. Где? Не вижу. Убежали куда-то. Оружие. Черт, ничего здесь нету, что ли? Трое. Тут я смотрю, вообще только вон там есть какой-то ящик, в котором непонятно, что вообще. И все. Можно было бы их как-то выводить из... Опа! Все, спалился я. Вот так вот им надо поверху стрелять, да? А у этого... У него как бы бронирована эта штука, да? Эй, олень, иди сюда. У меня вообще пулемет похоже. Они реально конкретно тупят. Когда я здесь нахожусь. У них с помещениями вообще беда. Хотя он мог бы прошить эту палатку к чертям. Вот так. Отлично. Эй, где ты там, последний? Олененок. Все. Еще одно место захвачено. Но стоило ли оно того, не знаю. Ботинки, блин. Тут, наверное, должны были быть припасы, как бы. Какая-нибудь еда, да? Ну, давай будем считать, что я здесь еду хотя бы какую-то раздобыл. Консервы. Поел вот эти котлетки.
А местечко у них тут красивое. Так. Там была авария машин. Чего вот они здесь бегали? Чего они тут охраняли вообще, а? Паразиты чертовы. Я снова нахожусь в ситуации, когда победа, в общем-то, не стоила затраченных усилий. Тут ничего нет. Так. Впереди роботы. Надо попробовать немножко левее обойти его. Я его не вижу, но чуйка подсказывает. Мне нравится, как звучит этот мир. Птички поют. Тип поверхности, по которой ты идешь, по-разному озвучивается. Это хорошо. Блин, я же вроде бы здесь зачистил. Странно, что я не вижу здесь роботов. Я, конечно, ничего не имею против, но это как-то подозрительно. Бесконечная бесполезная одежда. Ну, хотя бы фейерверки, ладно. Отмечу, если что. Снова я вернулся сюда.
Так, вот это надо было прочитать, кстати говоря. Надпись на доске. Мы пошли на ферму Стэнхэга, чтобы встретиться с Андерсонами. Приходи туда, Йони. Стрелка показывает на запад. В записке на доске в церкви Ибахольмен сказано, что группа людей искала здесь убежище, после чего отправилась на близлежащую ферму Стэнхэга. Они просят всех заблудившихся следовать за ними. Стрелка на доске показывает на запад, значит, ферма, скорее всего, находится в этом направлении. Может быть, я чего-то не заметил тогда, а? Может быть, все-таки не все так плохо, а? С этой игрой. Ну, этот ящик я видел. Оружия нет. Оружия тут нет. Окей. В то место, вот на эту ферму, мы пойдем в следующем видео. Там тоже, скорее всего, бой будет, я точно не помню. Как и везде здесь, на каждом шагу враги. Поэтому вряд ли уж что-то будет новое. В этом видео... Как ни странно, игрушка не вылетела. Отчасти это связано с тем, что мне пришлось некоторые параметры понизить. Сейчас покажу, какие. Пришлось поставить 30 кадров в секунду. И вот здесь немножко понизить качество теней, сложность сцены, разрешение текстур, объемный туман. Я, правда, не помню, по-моему. Нет, это здесь максимальное разрешение текстур. Вот, да, здесь понизил. Вот так, при таком... При таких настройках, в принципе, у меня не вылетает. Как бы более-менее можно играть. Но это, конечно, как я уже говорил, дебилизм. И совершенно не того качества игру я ожидал увидеть. И без вот этих вот жутких эффектов с дырявыми стенами. Игрушка, конечно... Очень спорная, очень много недостатков, очень много каких-то глупостей. Но, тем не менее, есть интересные моменты. Ну, например, хардкорность ее. Во-вторых, есть возможность отвлекать врагов. Это очень классно, использовать вот эти все модные бумбоксы крутые, которые очень помогают. Это интересно. Но, правда, странно, что роботы так быстро теряют к ним интерес. С другой стороны, это, конечно, роботы. Это же не какие-то зомби, чтобы они там долго стояли. Вот. Мне сегодня повезло. И удалось найти... Ну, удалось как-то с этими уродами справиться. Удалось в Бьёркнессе неплохо так взорвать сразу два их роботов и еще... третьего расстрелять. Так что в целом пока удача на моей стороне. Посмотрим, что будет дальше. Но, конечно, меня беспокоит то, что я не нашел дробовик до сих пор, и который, по-моему, должен быть как раз вот здесь наверху. Но я точно не помню, может быть, здесь и ружье вот это должно быть. Зато у меня теперь есть красивый прицел, через который можно любоваться на врагов, потому что стрельнуть как бы особо все равно нельзя, к сожалению. Вот, надеюсь, как найду какие-то нормальные патроны. Пока у меня что-то вот такое. Но знаешь, если честно, мне эта винтовка в любом случае не особо понравилась. Какое-то оно, знаешь, совсем 243 калибр. А такое ощущение, что как будто бы 22 калибр. Как будто бы на белок только с таким ружьем ходить, охотиться. Потому что стрелял я, стрелял по врагам, а даже какого-то эффекта не увидел. В общем, что я могу сказать? Очередная
Очередное разочарование нашего геймдева в этом году. Видели уже не впервой. Глюки, баги, не появляющиеся вещи. Спасибо, господа разработчики. На этом у меня все. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, если вам понравилось видео. Пишите в комментариях о своих впечатлениях об этой игре. А если вы не подписались, то, конечно же, подпишитесь на канал. И поставьте... Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. И до встречи в убежище на моем канале. Пока!